Тримати оборону та наближати перемогу. Про роботу компанії «Метінвест» у період війни в ефірі телеканалу «Белсат» розповів генеральний директор комбінату «Запоріжсталь» Олександр Мироненко. На комбінаті поновлено виробництво, аби підтримати економіку країни. Бізнеси «СТМ», фонд Ріната Ахметова та футбольний клуб «Шахтар» вже надали близько 1,5 мільярда гривень на допомогу українцям. Це облаштування шелтерів для вимушених переселенців, продукти та ліки. Окремий напрямок – підтримка збройних сил и территориальной обороны. Это и подготовка позиций за городом, и постройка укреплений, и обеспечение нашей армии средствами защиты, то есть это и бронежилеты, и каски, и организовываем вне территории предприятия, выделяем бригады для организации ремонта техники. Поэтому вот по всем направлениям, как по гуманитарной помощи, так и по оказанию содействия военным занимаемся. И я думаю, что поскольку каждый делает для победы в этой войне все, что он может, в любом случае и Запорожье мы удержим, и будем приближать тот день, когда наступит мир и будет победа.